Поздороваться не хотите? Здравствуйте. Доброе утро. Чего стоишь? Делом займись. Ты пойдем со мной. Тебя били? Ну да нет, отлежал. Куда ты с ним едешь? В лагерь пленным. Да иду, иду. Счастливо оставаться. Поторопитесь, Петр Авдеевич. Видишь, я был прав. Анхальт! Остановиться. Господа, выходим. Приехали. Сагмальдай на попиво. Военными занимается спецотдел Абвер. Но нас интересуют также гражданские. Не у всех есть документы. Кто-то мог назваться чужим именем и так далее. Ваша задача – опознать среди них коммунистов, советских активистов и прочих врагов. Здесь вы в полной безопасности. Вон тот в сером пиджаке. Еще вон тот в кепке. Там с края бочком стоит. Александр Александрович, иди к спецчасти. Распорядитесь. Есть. Узнали кого-нибудь, Петр Авдеевич? Да нет. Просто задумался. Воспоминания, вот такое дело. Пойду. Угу.
партизан. Ну, марш домой. Мы взрослые люди. Имеем право, и вы нам не указ. Ну, вон отсюда. И чтоб ноги твоей здесь не было. Я сказал, марш домой. Я его люблю. Мы любим друг друга. Ах, любите. Война скоро кончится, и мы поженимся. Ну что, ты сначала доживи до конца войны. Жених сопливый. Вон отсюда. Хорошо. Сейчас я уйду, но... Вон! Через час быть здесь. Есть господин генерал? Привет. Здорово. Этот гад приезжает обедать ровно минуту в минуту. Караульные меняются ровно в 12. Закурить есть? Тут такое дело. Что? Авдеич предатель. Кто сказал? Он про сапоги знал. Значит, он Степана выдал. И потом он к немцам в лагерь ездил, там двоих повесили. Нужно в отряд сообщить. Сделаем. Только Лиза, внучка его, она ни при чем. Она мне помогает. Это я понял. Все. Бывай. Я смотрю и правду на все руки. А у меня для вас работенка имеется. На то и мастерская. Дело ответственное. И как бы это сказать? Деликатное. Наш начальник хочет наладить отношения с генералом. Это с каким же генералом? Генерал у нас один, Петр Авдеевич. Самый лучший. А вот мебель на его квартире так себе. Я нашел роскошную кровать. Дерево, резьба. Но местами она того. Не новая. Лак потерся, трещинки, скрипит. Хорошо бы ее отреставрировать, Петр Авдеевич. А? Скажите, это просьба или приказ? Ну, тогда чего разговор разговаривать? Везите, посмотрим. Вот и ладушки. О вознаграждении не беспокойтесь. Я все понимаю, договоримся. Вы мне, я вам. Спасибо. День добрый. Здравствуйте.
Тихо. Сядь. Товарищ, пожалуйста, не убивайте. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, давай. Приговор. Пожалуйста, пожалуйста, я вам любые показания, все, что хотите. Именем трудового народа Союза Советских Социалистических Республик мы, партизаны-комсомольцы, приговариваем Синичкина Александра Александровича к смерти через повешение. Не надо. Не надо, пожалуйста, товарищи, не надо. Не надо. Я вас умоляю, не надо, пожалуйста, товарищи, не надо. Я вас умоляю, пожалуйста. Эй, генерал. Господин генерал, на связи начальник группы Абвера. Почему мне приходится вас разыскивать? Об убийстве мне уже доложили. Причем не вы. Это все отговорки. Как я могу наступать, когда на соседней улице разгуливают партизаны? Найти и уничтожить. Вам ясно? Выполняйте. Ненавижу штабных крыс. Нацепили военную форму и думают, что война — это прогулка в белых перчатках. Соедините меня со штабом. Вы, Александр Александрович, давно видели? Вчера. Да, он приходил по поводу ремонта кровати для генерала. Вот жду, когда привезут. Можете не ждать. Убили его. Как убили? Кто убил? Не знаю. Не знаю, но узнаю. Узнаю и найду. Не извольте сомневаться, Петр Авдеевич. Найду и вздерну. А сними еще человек 20 заодно, чтобы впредь никому не повадно было. Кровать вам доставят, я распоряжусь. Комендатору. Руки вверх. Я сказал, руки вверх. Руки. Руки ему свяжи. А ты иди к воротам. Сейчас вы нам ответите на несколько вопросов. Нечего ухмыляться. Нам ваш приятель перед смертью рассказал, как вы немцам следователя выдали. Было такое?
Так это вы его, дурачье. Вы же маленькая сошка. Из-за вас немцы полгорода перевешать могут. Отвечайте на вопрос. Вы, Петр Авдеевич, следователя выдали. А потом и Степу с миной. Ну, во-первых, я следователя не выдавал. Я его только опознал. Это две разные вещи. А во-вторых, немцы прекрасно знали, что он за человек. Просто меня решили испытать. Ваш Степан сам виноват. Нечего было комендантский час по улицам шастать. Кстати, мины у него не нашли. Я их припрятал от греха. Вон то ведро, посмотри, с варом. Дно пощупай. Точно мина. Ребят, там немцы. Быстро режь, режь! Что стоишь? Иди, иди открывай. Ставь ведро на место. Быстро снимайте обувь, где молоко. Разувайтесь, ботинки снимайте. Так, офицер. Репаратурен. Вот ремонтируем. Зебрахм дасбет? Я вебрахм. Да, мы привезли кровать по распоряжению господина оберштурмфюрера. Айтаген! Заносите. Где можно присесть? Я воль, офицер. Ну, чего сидеть? Давайте, бегом отсюда. Давай, быстро. Простите нас, Петр Авдеевич. Я подумал, что вы обиделись на советскую власть за то, что вас посадили. Ну, поэтому с немцами. Ты не путай. Власть и родину. Город наш. Улица. Этот дом. Барашка в колодец. Ты, Лиза, родители твои. Вот это моя родина. А эти пришли, все здесь испоганили. На внучку руку подняли. Друга моего повесили. Этот человек, красный командир Николай Ковальчук, он был обезврежен благодаря бдительности граждан города. Напоминаю вам, ни один из тех, кто попытается оказать сопротивление новой власти, не уйдет от расплаты. Ни один. Военно-полевым судом Николай Ковальчук приговорен к расстрелу.
Разойтись. Все, расходитесь по домам. Заплатят, коты. За все заплатят. Стреляйте в него! Я его не вижу! Стреляй же! Так мы сейчас вроде как не до разъездов. С ремонтом кровати надо поскорее закончить. Успеете, Петр Авдеевич. Успеете. Вернетесь и закончите. Времени-то у вас это отнимет всего ничего. До леса прокатитесь и назад. До леса? До леса. Так я же за версту объезжаю. От чего же? Боюсь. Партизанов боюсь. Они с теми, кто с новой властью особо не церемонится. Подстрелят, как зайцы, и весь разговор. Ну вот. Вот и поможете нам от них избавиться. Доставите в лес одного нужного человека. А почему я? А почему не вы? Вы же у нас законопослушный гражданин. Верный помощник новой власти. Ведь так, Петр Авдеевич? Ты живой, значит. Поехали, поехали. Слышь, дед, далеко еще? Согрелся. Езжай, головой не крути. В тюрьме-то сразу раскусил. Его с допроса вроде как полуживого принесли. Он в лицо от меня дыхнул, от него так шкварками и прет. Подкармливали гниду. Картошка на сале жареной. А я там на площади стоял и думал. Все. Совсем из ума вышел. Такого героя немцам выдал. Теперь хоть сам в петлю лезь. А потом начальник-то мне и... Надо было сразу мне сказать, когда вам велели его в лес отвезти. Откуда ж я знал, что это он? Я думал, мне опять проверку устроили. Я с утра в отряд. Вы тут берегите Лизу, Петр Авдеевич. Ты сам-то будь поосторожнее. Возвращайся. Стой! Руки вверх! Оружие есть? Нет. Я от немцев сбежал. Сутки плутаю. Мне с вашим командиром поговорить надо срочно. Повернись. Ты
хорошие, пойди найду. О, держи, привез, как обещал. Я еще 3 недели назад должен был до вас добраться. Но у меня по дороге немцы сцапали. А потом в тюрьме какая-то сволочь выдала. Чудом ушел. Думал, все. Наслышаны про ваш побег. Откуда вы знали, где нас искать? Ну так, земля слухами полнится. Да и немцам вы даете прикурить. Шум на весь район. В город прибывает зондеркоманда СС. То ли из Польши, то ли из Беларуси. Поодиночке они нас быстро прихлопнут. Так что мы предлагаем менять расположение баз и объединяться. Ну, допустим. А почему именно вас прислали? Так у нас военных в отряде. Только я да ребята из взвода. Остальные гражданские из деревни. Мы на них наткнулись, когда из окружения уходили. А показать сможешь, где это было? Так точно. Мы предлагаем объединиться здесь. Отойти вот сюда. Места лучше не найдете. Овраги, бурелом. Черт ногу сломит. Немцы артиллерию туда не подтянут. А мы можем 2 отрядами их клещи взять. И такого дать, что потом кости не соберут. Что скажешь? Логика есть. Михалыч, на минуту. Из поселка пацан. Говори быстрее, что за пацан? Простите, у вас закурить не найдется? Не курю. Это правильно. Я все никак не могу бросить. В тюрьме на стенку лез, теперь, значит, здесь. Я к вам напрямки хотел пройти. Меня исцапли. А если небольшой круг дать, по времени длиннее, но зато безопаснее. Теперь главное, чтобы немцы нас кругом не обложили. Ковальчук Николай Анисимович? Так точно. Фамилия Пащенко вам ни о чем не говорит. Да он это! Да погоди ты! Стой! Встаете с кем-то! Разбегаем! Все сюда! За ним! Готов! Ну, слава богу. Что с ногой-то? А? Так, ранее слегка. Да? Я давно не слышал хороших новостей. Убийца вашего сотрудника до сих пор не найдена. Господин генерал, зондеркоманда уже контролирует участок леса, где находятся партизаны. Я не могу больше ждать. Если это произойдет, они отбросят моих солдат. И тогда тут всех прикончат. Стреляйте!
слава богу, вы живы. Откуда они все тут взялись? Сказал хромой, хорошая мишень. Не уставили! Мы все вместе должны были стрелять, как договаривались. Тогда бы в этого генерала точно. А так... Ну, кто ты, сынок? Ну, успокойся, успокойся, успокойся. Приказ был генерала любой ценой. Они там лежат. Это тварь живая. Что было бы лучше, если бы ты рядом с ними лежал? Вот немцы бы обрадовались-то. Нет, брат, так дело не пойдет. Не пойдет. Ничего. Я еще до него доберусь. Вот что. Уходить тебе надо отсюда сегодня. Возьми мою телегу. Я тебе дам свой пропуск. Вроде как бы по деревням за товаром. Что, ты мне из отряда толовых шашек вези. Я думаю, что в 10 хватит. Да, держи. Легко сказать, 10 шашек. Зачем его? Долго потерпи меня, хорошо? Ну, с Богом. Пойдем. Какая трогательная сцена. Простите, что помешал. Где ваш подмастерье? Понятия не имею. Который день на работу не выходит паршивец. И вы, конечно же, тоже. Ничего не знаете об этом прекрасном, милом, молодом человеке. Нет. Ну что, ничего. Пусть только придет ему волю к чертовой матери. Ну, вы, главное, не дайте знать, когда он появится.
Чем раньше это произойдет, тем скорее ваша внучка вернется домой. Немензи! Заберите ее. Подождите, в чем дело? Товарищ начальник, при чем здесь она? В лагере будет сидеть. Дружки этого парня стреляли в меня и в генерала. Вам еще что-то непонятно? Апфель. Увести. Дедушка! Петр Авдеевич, избавьте меня от этих душераздирающих сцен. Кровать готова? Показывайте. Неправильно себя ведете, Петр Авдеевич. Совсем неправильно. Несите бережно. Загружайте в кузов аккуратно. Stehen bleiben. Ausweis. Oh. Bitte. Stadt и Hotel. Сапоги менять, обувь менять, солдат, не офицер. Та, шуя, та уж. Шуя. Это вот. Ага. Бита, бита. Вот. Бита. Вот. Шуя, шуя, та уж. Та уж. Я. Alles klar. Danke schön. Ja, bitte schön. Komm durch. Видится ли ты, выдашь, какая разница? Если бы хотел, я тебя сразу выдал. Пусти! Если тебя свои до сих пор не выдали, значит, хороший ты командир. Сбежать сможешь. Возьми 3-4 надежных ребят и ходу отсюда. Я помогу. С чего вдруг обо мне такая забота? Да и не только о тебе. В женском бараке моя внучка, барашка, вылезает. И переправить партизанский отряд надо. Всего-то делов. Выйти отсюда. Да, этот лагерь как своих 5 пальцев знаю. Мы его для детишек строили. Вон тот хозблок, видишь? Там есть подземный лаз. Прям выходит к забору. Понял? Повторю свой вопрос, Петр Авдеевич.
почему сразу после того, как вы побывали в лагере, оттуда смогла сбежать группа заключенных? Ну, откуда ж мне знать? Я ведь только сапоги менял солдатам. Ну и самогон приносил. Грешен. Почему? Из всех женщин беглецы прихватили только вашу внучку. Может, приглянулась. Красивая она у меня. Слишком долго я тяну. Много вопросов накопилось. Насчет того парнишки, комсомольца, которого вы выдавали за подмастерье. Насчет пропавшего Ковальчука. Что скажете, Петр Авдеевич? Сапоги у вас хорошие. Не жмут? Гутен так. Добрый день. Гутен так, Herr General. Здравствуйте, господин генерал. Wie fühlen Sie sich? Как вы себя чувствуете? Wegen Sie, ich kann nicht mehr aufstehen. По вашей милости, я не могу встать с кровати. Командовать операцией я буду лично. Но нельзя же появиться перед солдатами в домашних тапочках. Ни один сапог не налезает на мою чертову ногу. У вас здесь сапожник есть? Есть, но... Какие могут быть но? Господин генерал, сапожник замешан в организации побега из лагеря. Также есть подозрение, что он пусть перешьет мои сапоги и делайте с ним, что хотите. Надеюсь, вы в состоянии проконтролировать хотя бы одного человека, пока он будет выполнять работу. Позвольте себя в порядок привести, господин начальник. Неудобно, как в таком виде. Все-таки не абы кому, к самому господину генералу едем. Он у нас один, к тому же самый лучший. Собирайтесь, у вас 5 минут.
Приехали, Петр Ильич. Выходите. Просить ее нигде не жмет. Жмет где-нибудь, господин генерал? Нет. Хорошая работа. Он доволен. Я понял. Вы позволите? Это еще зачем? Вас нет. Что еще? Надо баром швы промазать. И все будет просто люкс. Необходимо промазать швы. Понимаю. Только вар разогреть надо. Самое страшное, что все считают дедушку предателем. Ведь он же герой. Он же герой, Тим? Конечно, герой. И никто не знает. Как это никто? Мы знаем. А война скоро кончится, все узнают. Вековая